друзья, ситуация экстренная. Я не могу дозвониться до бабушки уже третьи сутки. Я взял машину у друга, потому что моя сейчас сломана. И прямо сейчас выезжаю к ней. Я не знаю, чем это все может закончиться, но я надеюсь на лучшее. Поехали. В общем, ехать 6 часов, машина не моя, я весь на нервике, буду как-то держаться. Себеж, это Псковской области. Ехать туда 600 километров. В среднем я всегда доезжал часов за 5. Сегодня постараюсь побыстрее. Я не знаю, что произошло. Просто не знаю все. Она не берет трубки 3 дня, это ненормально. То есть она, конечно, раньше тоже не брала там, но 3 дня это очень долго. То есть, видимо, что-то случилось. Может быть, телефон упал или сломался, может быть, все что угодно. Максимум, что она не брала трубки, это было пару дней буквально, и все. То есть потом она появлялась, она звонила мне, говорила, что телефон там у нее что-то сломался. Может быть, в этот раз такая же ситуация. 3 дня это уже слишком долго. Самое главное не уснуть, потому что спать хочется просто дико. 6 утра. Это просто жесть. Главное реально не уснуть. Просто рубит уже, просто не по-детски. Если так дальше пойдет, я просто не доеду. Что если меня рубит, что я сделаю? Просто могу остановиться и все. Я не знаю. Так надо взбодриться хоть немножко. Не, все, надо ехать. Ну, просто не доеду, если буду так часто останавливаться. Может, заеду на заправку, что-нибудь возьму попить, потому что... Короче. Я забыл право походу, слышишь? Где сумка? Где сумка? Жесть. Я же брал. Да ладно, в смысле без прав? Я брал права, слышишь? Жесть. Я забыл права дома. Ебать. Что делать? Там полиция. Короче, поехали отсюда быстро. Короче, надеюсь, что мы доедем так, я реально без прав еду. Знаете, я бы мог поехать туда без камер, ничего не снимать абсолютно.
Но я хочу с вами поделиться этим. Я хочу, чтобы вы видели, как я живу. Я хочу, чтобы вы видели меня настоящим. Я волнуюсь, как просто жесть. Прикиньте, я еду сейчас и, ну, реально не знаю, что там будет. Ну, серьезно. Когда последний раз вы видели Машу? И вчера видел. А, вчера? Да. Ага. Просто она трубки не берет. Просто 3 дня уже, поэтому. Как 3 дня? И вчера видел. Но трубки не берет просто, поэтому. А, интересно. Она вчера была точно. Ага. Ну не может же она на рынке быть, не знаю, куда пойти. Ничего тогда, не знаю. Просто буду ждать. Час-два подожду. Если она куда-то ушла, то она точно придет. Тут, ну, как бы вариантов особо немного. Если тем более ее вчера видели, то... Короче, я решил не вламываться в дом, потому что, ну, это совсем крайняя мера, и сейчас поезжу, посмотрю ее по местам, где она, ну, в принципе, может быть. Поеду в магазин, может быть, она поехала на кладбище. Нет, тут нету. В общем, я решил приехать на кладбище, потому что она частенько бывает здесь на могиле у деда, поэтому, ну, не знаю, может быть, она здесь находится, я не знаю, просто где уже искать, просто еще все варианты прорабатываю, которые просто есть. Нету ее тут.
Вариантов осталось немного, это просто сейчас приехать и выбить дверь просто и все. И уже смотреть, что там происходит. Что, ну все, я все уже обыскал, все посмотрел, что где все можно. Я так заколебался, кто бы знал просто. Ты устал? Просто дико устал. Я просто хочу спать, я не понимаю, что происходит. Я не знаю, где бабушка, я вообще не понимаю, что делать. Там? Искали там. Искали? Ага, я ездил туда, тебя искал там. Так я сначала такси приехала. Ага, понятно. Как дела у тебя? Ну, как ты дела? Ты трубку не берешь, я тебе звонил, сколько? А я не хочу никого и слушать, и вообще, не хочу. Все. Я пропала одна. Болезнь страшная. Угу. И надо было на кладбище, Галька попрощала. Ага. Так она это самое с дочкой приехала, вот уезжала, я только-только с такси. Понятно. Это, вот такие. Понятно. А ваша там как дела? Да нормально все. Нормально. Ну пойдем уходим. Когда я увидел бабушку, я почувствовал облегчение, потому что я понял, что ну, я не зря просто так вот резко мотнулся из Питера к ней сюда, в город. Ей действительно нужна была поддержка. Я видел, что ей было очень одиноко, что она уже готова была сорваться, она была на грани. Мне кажется, очень хорошо, что я приехал вовремя. Мы с ней поговорили, разговаривали больше часа. Я желаю вам, друзья, чаще навещать ваших близких, чаще им звонить. Это может быть для кого-то тяжело, но это нужно делать, как бы далеко они ни были. Потому что мы все люди, и мы нуждаемся в тепле. С вами был Александр Жучкин. Это было шоу «Жизнь на прокачку». Будьте сильнее. Thank you.